Доброе-предоброе утро, но у нас оно пасмурное. Ребят, смотрите, у нас тут как небо затянулось полностью. Ужас. Пусяня, ну что, Пума, проверим, на улице тепло или не тепло? Ну так, прохладненько немножко. Иди, Пума, погуляй. Смотрите, как у меня вырос укроп. Какой кустик у меня растет красивый. Пума, иди прогуляйся. Иди, 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 иди. Погуляй немножко. А мне нужно зарядить стирку. Вот наша корзина. Когда я это делаю одной рукой, я ее тащу. Видите, полная, так что нужно... Ой... Все зарядить, так что погнали. Нужно разделить на кучки. На кучки. Надо сегодня постирать светлое белье. Светлое. В основном тут Ванины вещи. А точнее, в основном здесь Ванины носки. Потому что Ванечка у меня сороконожка. Так, ну что, все, стирка у меня включена. Час 11 будет стираться. Только что мы с Пумой пропылесосили. Да, Пусяночка. Вот, планов у меня на сегодня опять же таки много. Вот, я сейчас быстренько позавтракаю. Кстати, что мы сегодня будем завтракать? Я думаю, у меня еще картошка есть. Я, наверное, опять себе сделаю яичницу с картошкой. Только уже сделала яичницу, омлет. Да. Что такое, Пума? У тебя еда, вода есть, все хорошо. Вот. И потом мне нужно будет распечатать домашнее задание. Потом мне нужно будет отснять видео, которое я хотела вчера отснять, но у меня вчера не было времени. Сейчас только 10 утра, я уже накрашенная, так что по идее я сегодня все успею. Пума у нас сейчас будет кушать дрогасы. Это... По-русски получается наркотики, прям так они называются, наркотики, это сушеное мясо, в данном случае курица. Пума. Вот умничка. Раньше ее типа в кавычках дрессировала. Иди сюда. Иди сюда, на. Пума, на. На, Пума, иди сюда. Иди сюда. Она царапается. Пумчик. Давай. Давай, лапочка. Вот так, моя умничка. Вкуснятина. Ну, у нас сметанки. Наелась. Мурчит. Не знаю, на камеру не слышно, наверное, но она мурчит так. Вот так, вот так. Молодец. Так, Пумочка, еще 3 кусочка осталось. Еще 3 кусочка, иди сюда. На. Пума. На. Пума. Пума, вот, 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 вот. На. Возьми, вот, возьми. Беру вкусняшку. Молодец. Молодец. И последняя. И последняя вкусняшка. Умничка. Умничка. Все, видео отсняла я. Какая я молодец. Надо выключить камеру. Она у меня включена. Так. Ну что, видео отсняли. Вот. Солнышко вышло. Как раз для съемок было очень хорошее. Освещение. Так, нужно закрыть объектив. Так, все. Батарея, телефон. У меня, кстати, здесь Ваня что-то писал. Ну, Ваня сейчас теория. Теория, говорит, скучно на теории. Ой, ой. Мне, зайчик, здесь вообще не скучно. Так, нужно все скинуть, нужно переодеться. Видите, какая сегодня? Мне очень нравится эта рубашечка, она светленькая, но на улице еще рановато в ней ходить, потому что спина здесь, видите, какая прозрачная.
Дома еще нормально, а на улице еще будет прохладно в такое ходить. Ладно, буду переодеваться и делать дело дальше. Фух, ну что, я закончила только что делать математику. Мне задавали тут по математике кучу-кучу. Видите, кучу-кучу всего я сегодня написала, сделала. Вот, короче, математика готова. Теперь ее нужно будет сегодня сдать. И сейчас мне нужно сделать каталанский. Вот. Так что приступаем к каталанскому. Математику в первую очередь нужно полностью все убрать, чтобы она мне не мешала. Так. Такими вот мы калькуляторами пользуемся. Закрываем. И это все убираем. И сейчас у меня шлепнется мышка. У нас на улице дождик начался. У нас мокренько. Я здесь сидела, уроки делала. Обычно, когда мы делаем уроки, либо я, либо Ваня, Пума всегда приходит и садится на наш конспект. Короче, Пума все пыталась, пыталась, ушла от меня. Ушла от меня и спит на кровати. Тебе там удобно? И одним, смотрите, одним глазом подсматривает. Все, я сплю. Красно. Что-то как-то прохладно стало. Я, пожалуй, одену кофту и носки. Ой, блин, точно! Носки. У меня аж стирка закончилась. Стираться. Ее надо вывесить. Был дождик, а сейчас уже это солнышко. Такой сильный, да, дождик? Кстати, котик мой уже вернулся, мы Да? пообедали. Сейчас Ваня везет меня на станцию. Последний учебный день сегодня. И потом Везет же выходные. кому-то. Быстро так дни летят вообще. Очень Да, быстро. минуты, часы. Да не. И время, и дни. Все так быстро. Давно съела такой вкусный пряник. Кто меня забрал? Котик Сумку меня Ваня. забрал. Да, надо сумку. Одну? Да, я думаю, одну. А где остальные сумки? Я не нашел их. Они валялись несколько дней на полу, но ты их не забирала. Я их убрала в Ну, я шкафчик. одну нашел, а где остальные? Там же. Одной хватит нам сумки? Я думаю, да. А как же взять что-то там? Пошли, мы идем в Меркадону. Давай. Уроки магии. А ну так Ай, ты током бьешься. Так, ну знаешь, как на электроде? Я прям чувствую тут. Подведи рукой. Чувствуешь? Да. Магия. Дай. Идем кушать. Я потерялся. Все, мы сейчас обед. Ужина. У нас ужина. сегодня пицца. Пицца тайм. Пицца, пицца, время пиццы. Да. Вот Катина порция и вот моя порция. Вот мой чай, вот Катин чай. Всем приятного аппетита. Аппетита. Все, давай кушать. Давай. Чуть накрылась, тебе что, холодно? Ну, прохладно, да. Что? Ничего. Все, выключай, давай кушать. Давай. Давай. И смотри сериальчик. Алло. Алло. Сейчас 4 часа ночи. Я сижу, делаю задание. Катя уже давно-давно спит. И хотелось бы сказать всем пока. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.